Здравствуйте, мои необыкновенные, здравствуйте, мои звездочки. Я счастлива видеть вас на своем канале. Давайте посмотрим, о чем хотят поговорить ваши души в данный момент. Какая информация будет озвучена для того, чтобы резонировала конкретно с вашей парой. Прописывайте имена в комментариях и даты рождения. Взрывается буквально пространство. Энергетически сейчас очень напряжены. Очень напряжены, причем оба. И вы, и он. Током прям можете биться, либо же что-то у вас прям бьется током, разбивается, разрывается. Что такое происходит? Потому что думаете, что все разрушено. Возможно, психуете, возможно, кричите, возможно, нервничаете, возможно, переживаете, возможно, никого не хотите видеть ни с родных, ни с близких, прерывая общение. Причем можете делать это даже неосознанно, общение может прерываться автоматически, да, выключаться телефон, разряжаться телефон, будто бы все способствует тому, чтобы вас сейчас не трогали. Разговор ваших душ. Мужчина приходит и говорит: «Я тебя люблю». Вот я тебя люблю, не знаю, что у него там с голосом. Возможно, такой очень низкий голос, либо же немножко охрипший. Вот у меня резко поменялся даже тембр голоса. А мужчина говорит: «А я тебя люблю». Ну, девчонки, возможно, задавались этим вопросом. Возможно, действительно вам важно было это услышать. «Я тебя люблю». Что еще? Что еще хотят сказать души? Послушайте, он только вас видит в своей жизни. Он говорит: «Ты моя мечта, ты моя цель. Тебя вижу в ночном небе». Сокол прилетает к вам. Птица какая-то. Птица. Которая дает вам подтверждение этих слов. Ну, девчонки, что идет с потока, то идет. Еще разговор ваших душ. А души говорят, что будем вырываться с каких-то ограничений. Карта перевернутая была. Так, так, это уже интересно. Что такое? Что такое? С борьбы, с какой-то. Вы сейчас находитесь, знаете, на периоде трансформации, когда заканчивается один цикл, открывается другой цикл. Вот сейчас будет изменение, перерождение. Что такое? Что хотят сказать ваши души? Борьба какая-то, переживание, страдание по дьяволу, когда тянет, манит, когда ты не можешь выдраться, вырваться с этого состояния, а еще на протяжении длительного времени с прошлого. Давно-давно у вас это все тянется. И что, к чему это все идет? Десятка кубков, девочки. К любви, к счастью, к умиротворению. Когда душа успокоится. Когда будто бы, знаете, вот когда после грозы выходит радуга в конце. Happy end, девочки. Счастливое завершение. Исполнение желания. Когда вместе навсегда. Но, конечно, тут такую жесть прошли. Больше еще предстоит, да, сейчас проходите эти этапы. А в конце будет все хорошо. Вот об этом хотят сказать ваши души. Все будет хорошо. Ну что же, принимайте, ставьте сердечко, пишите «принимаю», благодарю во благо.